Бойцы, с вами Серега, мы продолжаем играть в долгую войну. Мы продолжаем ждать наши злополучные 8 дней. Я в нетерпении и в предвкушении. Очередная псионическая тренировка завершена. Неудача. Люська. Так. А где мы их направляли? В казарме? Пси-лаборатория, да. Киска, Мурмур. Давайте кого-нибудь отправим. Например. Ну, медики у нас есть, поэтому давайте его отправим. А где вот шансы бы сразу писали? Ну да. Уверены хотите, что выбрать? Тупоумие. Да, я выбираю тупоумие. Отлично. Сколько у него шанс был? Я не посмотрел. 33%. Ох, это долгая война. Средний рейдер. Лазерная пушка. Мы можем его покоцать, конечно. Покоцать можем, но... Я еще хотел вот так сделать. Кто у нас был с ракетами Лавина? Ворон 10. Во-первых, мы его переименовываем. Юта Граав. Салса. Тапок. Задира. Задиры, по-моему, не было у нас. Устанавливаю на него лазерную пушку. Блин, и перехватчик я один слил. Обнаружен объект. Поехали. Поехали. Открываю огонь. Пымай, засранца. Вот этих бы штук еще наделал. Приближаюсь к цели. Давай, 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 давай. Давай. Уничтожил. Средний НЛО просто разорвал. Красавчик. Красавчик. Сколько денег дали? 200 баксов. 200 баксов нам навалили. Это отлично. Ребята, это отлично. Шайтан труба. Возвращается в строй. Так, 9 трупов сектоидов за 22 бакса. Что-то... От известной фирмы в России. Блин, говорят, что это увеличивает защиту, да? Они, по-моему, у нас по 2 монетки идут. 2 на 9, 18. А, нет. Ну, да. Еще защита в стране увеличится. Да, забирайте. Отлично. У нас силовая установка пришельцев. Прекрасно. Предмет громобой доступен для производства. Е-е! Вот он, красавчик. О, ты мой хороший. Данный перехватчик объединяет все преимущества земных и инопланетных технологий. Благодаря корпусу из внеземных сплавов и эффективному энергетическому щиту, громобой способен поглощать куда больше урон, чем его предшественник. При установке на него мощного оружия способен эффективно вести бой даже с самыми опасными НЛО. Классно. Эллериумные ускорители. Прямой впрыск эллерия в камеру сгорания топлива наших перехватчиков позволит добиться кратковременного увеличения скорости. Что в свою очередь увеличит время преследования НЛО. Да, это классная вещь, и мы ничего не можем исследовать. Ничего не можем исследовать. Нам нужно 5 сплавов. Обнаружен инопланетный объект. Маленький истребитель. Нет доступных перехватчиков. Это у нас Бразилия, да? Модификация солдата. Специалист Никита Славкин. Модификация его завершена. Отрезали руки-ноги. И посмотрим на него. Ага, на него нам... Его нам не показывают. Но, тем не менее, все хорошо. Мэг-3 храбрец через 5 дней будет готов. Акция устрашения. 5, что ли? И опять Буэнос-Айрес. И опять сложность чрезвычайная. Вы издеваетесь, что ли? Ну давайте собирать команду. У нас есть время сходить и отлежаться, поэтому собираем команду, ребята. Вот такая команда у нас идет. Идет Влад. Он у нас старшина уже. Идет старшина Матахари. Идет старшина, старшина, сержант. Ну, в общем, ребята такие уже более-менее подросли. Остался последний рывок у нас. Остался последний рывок. Идет Марти, идет Павел, идет Вадим, Дима идет, а ну-ка, херну-ка, авария пулеметчиком идет, и Дима идет с 3 ракетами у нас. Немо. Как-то вот так. Погнали. Сложность чрезвычайная.
Это что за сволочь? А, маленького мы не смогли сбить. Нет у нас здесь перехватчиков. Шторм-1, готовимся к высадке. Ну, я думаю, что это последняя наша миссия в Буэнос-Айресе. Теперь отправляемся в Аргентину. Похоже, пришельцы решили ударить туда. В очень многолюдном районе пришельцы специально бьют по гражданским объектам. Чем скорее мы разберемся с лунатиками, тем больше людей спасем. Ну да. Я так думаю, что это последняя будет наша миссия в Аргентине, потому что она выйдет из совета. Паника там уже максимальная. И сейчас она в любом случае увеличится. Центр, еще. Я рейнджер. Принимаю сигнал. Так. Штурмовой отряд занял позицию рядом с точкой. Жду подтверждения. Респавн не, вас понял, не рейнджер. Очень хороший. Штурм-1, приступайте к выполнению. Главная задача — защитить гражданских. Респавн не очень хороший. Куда мы можем кинуть? Че, никуда не можем? Прикольно. Так, ладно. Тогда потихонечку рассасываемся. Ты сюда. Иду. Ты сюда. Дима, например. И Дима у нас получает повышение. Ое, круто. Так, ты, например, у нас сюда. Медик идет сюда. Снайпер идет, например, вот сюда. И пулемет. А пулемету некуда идти, поэтому... Хотя нет, вот сам можно встать. Давай, пулемет идет туда. Хорошо. И муха не пролетит. О, здрасте, здрасте. Мочите их. Отлично, отлично, отлично. Цель не поражена. Дрон закончился у нас. Еще мочите. О, еще на пятачок. Шикарно, шикарно. Да что за хрень? Сейчас у нас, может быть, Дима сможет... ракетку туда кинуть. Готовность. Давай, мочи. Пойдет. Чуть в голову не стрелял. Такая подача рядом с головой. Так. Что-то возня началась. Прям крики, визги, стрельба. Кошмар. Все орут, все паникуют. Ну. Мутоны там орут. Что-то берсерки, похоже, здесь у нас. Так. Дохляки еще там. Кто тут у нас? Здорово! Огонь по своим. По каким своим? У меня там нет своих. Мочи его. Ура! Мочи его. 11, отлично. Две мобильности нам не помешает. Ракету скинули. Плюс две мобильности. Так, здесь у нас Димон. 30. 100%, давай, его замочи. Пойдет. Хорошо. Так, здесь у нас Вадим. Что делает Вадим? 87. Два дрона, один кибердиск. То есть еще где-то дрон был. Только я его не вижу. Только я его не вижу. Уже иду. Так. Что ж я так-то делаю-то, а? Неправильно. Фух, пронесло. Обойти хотят! Обойти хотят! Криворучко. Криворучко. А, цель не поражена. Снайпер. 62. Ну давай, Влад, делать нечего, стреляй. Все равно я тебя никуда... Никуда поставить не могу, значит, пока. В другой раз. Да, значит, в другой раз. Здесь мы. 94. Прям с места. Прощай. Отлично. И Марти добивает еще два. Шикарно. Патронов все меньше. Прощай. Шикарно. Пулемет идет. Направляюсь на точку. Вперед. Ну, подходите, гады. Здесь мы тоже. Ясно. Боеготовность. Выдвигаюсь. Медика поближе. Начинаю наблюдение. Ага. Он тут пытается убивать гражданских. Где-то он здесь шоркается. Так, хорошо. Первый раунд остался за нами. Ах,
Что-то впереди есть. Дохляки, похоже, впереди. Разберемся. Пора натратим жопу. Здрасте. Летуны. Летуны. Среди них один тяжелый. И дрон. Можно, конечно, вот сюда запрыгнуть крюком. Но как-то я не сильно этого хочу. Преждевременно это будет немножко. Так. Немо. Так, ты никого не видишь, да? 48. Ну, два раза, давай. Отлично. Есть. Боеприпасов маловато. Шикарно. Ты перезаряжаешься. Здесь у нас Марти. А Марти не может пока что ничего сделать. Он просто перезаряжается тогда. Погнали. Хорошо. И боеготовность. Они потому что могут вот здесь вот начать заскакивать. И здесь их Марти будет пиу-пиу делать. Я снова встаю. Здесь просто перезарядка. Почему их флангуют, да? А они никого не видят. То есть... Вот что за такая система хитрая? Что за хитрая система? И нам бы куда-нибудь встать, например, вот так, чтобы через вот эту дырку увидеть вот этого. Как-нибудь. Вот так можно. Вот так может быть. Ахаха, отлично. Отлично, 51. Давай, Влад. Задумка была хорошая. Исполнение... Исполнение не как бы подхромало. Ясно. Немножко. Так, сюда идет Дмитрий у нас. Целится. Здесь мы. 96%. Его зафланговать. Да, его в принципе могут легко и ненавязчиво зафланговать. Поэтому он, наверное, уходит вот сюда у нас. Слушаюсь. Хорошо. Будет всем показывать, что мы не пальцем деланы. Двигаюсь и вообще позицию. Это. И опять не видим, да? Круто! Начинаю. Круто! Ну давай, спустись вниз. Он все-таки добивает этих гражданских. Мерзавка. Так, и мне интересует, что тяжелый летун будет делать. Гранату. Прикольно. 6. Обалдеть. Обалдеть. Надо будет его залечить. Так, этот что-то пытается тут нас зафланговать, что ли? Нас обстреливают! Так. Нам нужно как-то его выковыривать. Прям реально нам надо его выковыривать оттуда. Но... Так, с ракетами, как с ракетами, какой у нас план? Здесь мы никуда не можем пальнуть, да? Только вот сюда, если. Только вот сюда, если мы сломаем полностью все укрытия у него. И он останется в половинчатом укрытии. Да, дела. Уже дела, иду. Дела. Так, а если мы сделаем вот так? Вот так, по-моему, повеселее будет, да, и пободрее. Ну, разброс, конечно, шикарен. 1,9. Ну, давай, деваться некуда. Ракета пошла. Хоть какой-то дамаг ему. Два дамага, которые он сейчас отрегенит прям. Печалька. Ну, на следующий ход стрельнем еще раз. Какие проблемы? Так, медик. Медик, медик, медик. Так, мы можем, например, сюда уйти. Я понимаю, что я рискую, но вариантов особо нет. 65%, 100 крита. Давай, Вадим. Отлично. Хорошо вошло. Ему сейчас придется менять позицию. Ему придется менять позицию. Поэтому... 61%. Отлично. Еще минус летун.
Нужно срочно пополнить боезапас. Шикарно. И у нас остался вот здесь летун где-то, но я надеюсь, что он будет мочить гражданских. Он будет мочить гражданских. Здесь мы идем. Кого нам выдвинуть вперед? Наверное, все-таки пехотинца. Бегу! Павел, нифига он крюк-то делает. Ну ладно, принимается. Как мы его не видим-то, я не понимаю. Двигаюсь на позицию. Давай уже его. Убей его, заколебал он. Заколебал вот он меня. Так, здесь у нас. Каков план? План простой. Идем сюда тогда. Понял. Выдвигай. Нам нужно из этой дырки и вот из этой клоаки выбираться просто. Потому что тут вообще без вариантов сидеть. Так, здесь мы подходим сюда. Слушаюсь. И готовимся раненган делать. Готовность номер один. Конечно же, жопу там нам быстро надерут. Но тем не менее. О, отлично. И медик идет туда, чтобы на следующий ход полечить. Полечить Вадима. Шикарно. Так, тебя флангуют, дружище. Тебе надо они отступать. Дрогнули. Вперед! Отступай. Это ты отлично переместился. Неплохо. Он ушел. И он сейчас немножко починится. Так, ты что здесь делаешь? Пытаешься свалить, что ли? Как-то у тебя это плохо выходит. Вполне возможно, даже Вадим себя по нему может стрельнуть. Ой, Вадим, говорю, Влад. Так, отремонтировано 2 очка здоровья. Хорошо. Нет, не может он стрельнуть по нему. Крюк пошел. Так. Я готов. Перезарядка. И он... А, нет, видит. Я уж думал, блин, опять это... Направляюсь на точку. Тупые баги, думал. Кораблю. Да, к кораблю, вали отсюда. 55. Собирался... Лунафик готов. Собирался полечить, но думаю, отличиться можно немножко попозже. Для начала надо пострелять чуть-чуть. 60, 100% крит. Давай, вдогонку ему. Отлично, 9 крита. Срендили ему. Так, хорошо. Эх, ящики нам помешают. Вот здесь интересно. Вот здесь сядем, ящики нам будут мешать. А если вот здесь мы сядем? Вас понял. Помешают? Да, и отсюда не видим. Ясно. Ну ладно, буду окей. Чеку. Боеготовность. Окей, боеготовность. Я пошел. Здесь тоже наступаем. Тоже боеготовность. Не, неплохо, неплохо. Уже на оперативный Ясно. Простор. Выбираемся. Действую. Боеготовность. Пулемет. Здесь у нас уже край карты. Край карты. Направляюсь на точку. Хорошо. Ну, подходите, гады. Боеготовность. Здесь. Целимся. Неплохо, неплохо. Уже врываемся на оперативный простор. Так что я думаю... Привет, привет. Молодцы, молодцы. Я даже не сомневался. Больше не дернется. Да хлики орут что-то там. Так, нам нужно залечить теперь. Двигаюсь на позицию. У Матахари санитар же есть по-любому. Поэтому мы его лечим как раз на 6. Все до полного. Нормально. Отлично. Больница, больница откладывается. И идем, например. Например. Выхожу. Вот сюда. Чтобы пак не сорвать, выглядывая из-за угла. Уже пробежавшись. Так. Теперь. Иду. Идем немножко дальше. Никого не видно. Снайпер у нас может стрелять. Снайпер может простреливать вот здесь вот все, да? Поэтому мы кидаем, наверное, сканер вот сюда. Вот сюда. И смотрим. Хотя нет, можно даже вот сюда куда-нибудь кинуть. Да, неплохо. Гляжу в оба.
через всю карту. И... Что, никого не видим, правда? Хм, прикольно. Дохляки там были, я точно уверен. Дохляки точно там были. Я это прям чувствую. Сколько здесь гражданских-то, а? Держу сектор. Боеготовность. Принято. Пулемет проходит вперед. Ясно. Боеготовность. Снайпер, мне что-то здесь не нравится. Как стоит. В два счета. Давай сюда. Целишься. Спешу как могу. Дмитрий идет сюда. Целится тоже. Но вот эти ребята сидят, чтобы не сорвать паки. Ну, пожалуй, самую малость они вперед двигаются. Прям чуть-чуть. Как-то. Принято. Вот так вот. Чтобы до укрытия потом добежать. Время перезарядка. Убивать. У тебя тоже перезарядка. Шикарно. Все, ждем. Где вы? И вот они, мутоны. Четыре обычных мутона. Нет, один какой-то главарь среди них. О, и четыре дохляка. Прикольно. Нормально. Шесть влупили. Не ори. Так, хорошо. Хорошо, в стране советской жить. Так, где у нас? Здесь мы никуда не можем стрельнуть, да? Никуда. Так, здесь 60%, неплохо. Мочим. Отлично. Отлично. Двойной выстрел. Давай еще разочек. На тебе! На тебе! Минус дохляк, это хорошо. Здесь вот тоже дохляк минус. Здесь мутон минус. Ну, я даже не знаю. Я даже не знаю. Так, хорошо. Снайпера пока оставим. Нам нужно прятаться куда-нибудь за укрытие. Спешу. Погнали. 61, 70, 54. 70. Давай, добьешь, Марти? Марти, твою ж дивизию. Черт, не может быть. Черт, не может быть. Сделаю. Так, ты идешь сюда. Пригнись и беги к кораблю. Молодец. Эх, рискуем. Ну, хотя он неплохо стоит, он сам справится, он сам выживет. Да? Да, я тоже так думаю. Слушаюсь. Поэтому ты идешь сюда и на следующий ход врываемся. На следующий ход врываемся. Здесь мы идем за полное укрытие. Ну, понеслась. Здорово. Эх, ма, лето не зима. Берсерк. Кого мы там видим? Два мехтоида. А чё бы нет-то? Два мехтоида. Сто, сто, сто. И все равно мы их не видим там, да? Так, хорошо. Хорошо, здесь мы кого видим? 46, 47, 46, 56, 31. Вот я тебя хочу убить. Но не могу. Надо как-то валить отсюда. Как-то надо отсюда валить. Иду. За полное укрытие, например. Хорошо. 48, 48, 48. Ты кто такой жирный? Страж. Страж. Ну давай, вот этого. Отлично. Есть, этот уже не стрелок у нас. И кто еще у нас? Снайпер.
Дохляка бы надо замочить, чтобы он на траву свою не повешал, да? С одной стороны. С другой стороны, неплохо было бы мутону застрелить. Вот этого. Это гарантированный покойник. Мне кажется, неплохой план. Давайте уж. Что там минус ствол, что здесь минус ствол. Поэтому... Так, Дима у нас идет. Дима у нас идет сюда. Или не сюда он идет. Так. Интересно. Дима у нас, например, сюда идет. И целится. На следующий ход будет ракетами кидаться. Так, здесь у нас... Вот же гражданский сидит. Блин, как я тебя не увидел-то, а? Как же я тебя не увидел? А убегать мы получим подачу в эту самую... В опу. 80. Блин, ну он не должен добежать. Тут много клеток слишком. Придется ему бежать, чтобы... Поэтому давайте, стреляем. Отлично. Покоцали, немножко попортили шкурку. Все хорошо. На следующий ход они по нам отстреляются, и мы спокойно свалим. Эх, добежал, что ли? Ну, держись. Ну, держись, медик. На, по соплям. Я в порядке. Нормально, нормально. Так, мехтоиды стреляют. Укрытие сносят. Нормально, они оба отстрелялись, поэтому мы можем сейчас грамотно свалить отсюда. Так, у этих зов крови. Ты психопат. А, ты даже не траванулся, что ли? Нифига себе, он хитрый. Пробежал как ловко. Боеготовность. И... Да ты ж косой. А, он плюется. Ну, что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Что-то многовато дохляков как-то. Мне кажется. Гражданские мрут как мухи. Да плевать. Аргентина все равно выходит из совета. Так, надо валить. Медикам надо валить. Так, смотрим. Смотрим, смотрим. Что мы можем сделать? Мы можем уйти, например, вот сюда. Спасти гражданского, да? Да, неплохой план. Побежали. Не бойся. Можно идти. Не бойся, да, можно идти. Вали отсюда. Лечимся. И валим дальше. Прям на лыжи. На лыжи встаем. Эх, укрытий-то нет. А если сюда убежим, да, он нас догонит. Он нас догонит. Да, печалька. Печалька. Так. В принципе, мы можем сделать тогда встать, например, вот сюда. Вот сюда. И мы будем его видеть тогда, да? Ясно. Да, погнали. Если мы стреляем, то он до нас... То он до нас добежит. Это печаль. 68, тем более. Так, медик. Ну мы валим тогда сюда, и он нас не видит. Блин, он сюда прибежит. Черт побери. Как же вас всех здесь замочить-то? 1.3 разброс. И плюсом мы получим 1 единицу повреждения, да? Плевать. Мочим. Ура! Давай, Дима. Что случилось?
Кого-то замочили. Кого-то замочили, это хорошо. Так, теперь у нас где-то здесь дохляк, по-моему, бегал. Я пошел. Подходим сюда. Здорово. Есть. Здесь нам нужно куда-то отступать. Куда-то нужно отступать. Вот этим тоже нужно отступать. Иду. Например, сюда. Так, рефлексы. Хорошо. Черт! Нам повезло. В любом случае нужно отступать, потому что мехтоиды сейчас начнут нападать. 46. Давай, надо пытаться. Давай, Вадим. Вот там один. Мне стрелять нечем. Одно еще ХП. Дергается. Так, 54. 29. Мочи. Шикарно. Еще разок. Отлично. Неплохо. Прилипло ему неплохо. Так, здесь у нас 100%. Здесь у нас 91% и шанс добить его, да? Совсем прям добить. 91, 66. Этого мы в любом случае не завалим, поэтому бьем этого. Прекрасно. Прекрасно. Снял его. Жирненького этого кончали. Здесь мы боеготовность. Ну, подходите, гады. Здесь мы... Ну, только если мы отступим куда-нибудь вот сюда. Но есть вероятность, что они начнут наступать, и тогда мы поймаем крит. Но берсерк добежит, если это будет вообще фейл. Ясно. Давай сюда тогда. Хорошо. Здесь мы глухой оборону. Пошел вон со своей гранатой. Он пытается. А, он вот это. Блин, ящики у. Ящики минус. Печально. И куда ты? С разгона, блин. Булраш этот свой. Так, один мехтоид отстрелялся, второй мехтоид. Еще гражданский. И кто еще? Ты вали уже отсюда. Вали, я тебе сказал. Фух. Тут слишком жарко. Да, действительно, прям жарко-жарко. Так, хорошо. Они пошли в обход. Хорошо, пережили. Да даже броню не пробили. Надо теперь его грамотно как-то отличить. Так, Павел. Павел. Я обо всем позабочусь. Идет сюда. 68, огонь. Да. Такими темпами. Мимо. Можно начинать. Такими темпами мы далеко не уедем. Так, Дима. Медик. Ну, медик, например, идет сюда. Выдвигаюсь. Хорошо. 58. Огонь. Да что ж вы по нему попасть-то не можете-то, а? Урон нулевой. 50. 50. И один дамаг получим. Да плевать. Давай. Крит и подранок. Шикарно. И 11 дамага сейчас у нас снайпер выбит легко в подранка. Но. Или еще разок стрельнуть. Не хочется мне. 66, 91. 100% дохляка можем убить.
Вот это неплохо. Они же снайпера. Чертовы. Но берсерк должен умереть. Давайте, пытаемся убить берсерка. 63. Печалька. Плевать. 8. Нормально. Нормально. Так, и Дима его убивает, да? Здесь мы отступаем в полное укрытие. 59, 48. Надо пытаться этого убить. Нет, не вошло. Нужны боеприпасы. Так, этого снайпер может убить, да? Этого снайпер может убить. Эх, огонь мешает. Так-то бы подбежать и беглым огнем ему как дать. Так, кто-то что-то мне пишет. Так, давайте. Если Немо у нас его убивает, если попадает, то он его убивает. И один дамаг мы получим. Плевать. Молодец. Есть. Тогда снайпером мы убиваем дохляка. Снайпером мы убиваем дохляка. Давай, Влад. Не убиваем? Я пустой. Прикольно. Можно, конечно, сюда уйти, убить его, но тогда мы будем в отравлении. Тогда мы будем в отраве все сидеть. Можно уйти куда-нибудь вот сюда, но нас зафлангуют. Можно уйти вот сюда куда-нибудь, да? Да, почему нет? Хороший план. Мне нравится. Погнали. Мне кажется, это все паки уже на текущую секунду, поэтому гоним туда. Да, мочи его. Есть. И с этими мы будем разбираться немножко попозже. Так, этот вообще решил не стрелять, да? У нас два мехтоида. Два мехтоида. Ох ты, сзади кто-то еще. О, кто там? Нифига себе. Вот бы мне сейчас прилипло. Вот бы мне сейчас прилипло. Так, кто там? Кто там, кто там? Выстрелы были откуда-то отсюда. Но я не добегу до туда. Я элементарно не добегу. Двигаюсь на позицию. Прикольно. Прикольно. Да, ситуевина. Можно, конечно, оставить его здесь на боеготовности. Жизни хватит вывести любое попадание, в принципе. Даже крит. Но мы поставим его на боеготовности. Нас же не видят. Навряд ли он сюда встанет, кто бы там ни был. Пусть это будет мутон, например, какой-нибудь. Он побежит сюда. Кто у нас там? Два мутона. Да, одного мутона мы не видим. Мутон, если бежит сюда, то мы ему сначала с боеготовности лупим, а потом с мастера ближнего боя. Ну, какой-то вот, какой-то такой план. Так, отлично. Здесь. Нам нужно пехотинца оттягивать куда-нибудь назад. Нам нужно убивать. Эх, перезарядиться бы не помешало. Погнали. Перезаряжаемся и... 74 крита. Давай, Влад, надо. 14. Прекрасно. Прекрасно.
Тем временем у нас здесь яд прошел. Это хорошо. Я пошел. Идем сюда. Прекрасно. Но здесь у нас еще яд есть. Но мы все равно идем сюда, тратим одну единичку здоровья, стреляем, тратим вторую единичку здоровья. Остается 10. И броня. Направляюсь на точку. И броня еще не пробита. А, хотя нет, тоже прошла трава. Давайте, если что, повешаем подранка. Нет, промазали. Подкиньте боеприпасы. Урон нулевой. Плохо. 63. Пойдет. Принимается. Принимается. Здесь мы. 23. 78. Мочим его. Блин, вы чё? Надо срочно пополнить боезапас. Значит, в другой раз. Здесь у нас... Интересно, увидит он или не увидит? Вот опять эти глюки игры, блин, долбаные. Хотя и так видим. 86, мочи его. Шикарно. Конец лунатику. Один мехтоид кончился. Здесь мы должны отступать. А куда, вот только непонятно. Куда отступать, непонятно. Поэтому мы делаем вот такой ход конем. Подбегаем. Лечим. Скоро оклемаешься. И убегаем. Ну как-то вот так. А как по-другому? Кому сейчас легко? Отлично. И он у нас может теперь перезарядиться, например. Хорошо. Здесь мы... Уже иду. Раз никого не видим, идем сюда. Хорошо. Ну, наверное, боеготовность. На случай, если он решит... Нет, он не решил. Он решил занять здесь позицию. И вот он, красавчик. Лишь бы снайпера нашего не увидел. И вот он, мутон. А как же боеготовность? 9. Боеготовность. Боеготовность была. Алло. Не совсем я уловил, что произошло. Должна была сработать боеготовность. Ну, в целом и так неплохо, конечно, вышло, но... Захватить, может, его? Получим в лицо дамаг... И будем захватывать. Ну, как вариант, да? Так, подранка. Подранка на мехтоида. Отлично. У меня последняя обойма. Да ладно. Сейчас все будет. И снайпер делает ему больно-больно. Бах! Пойдет. Сколько там крита вышло? Сколько крита вышло, я не увидел. Надо будет на записи посмотреть. Но что-то как-то много ему. Отлично. Подранок шикарно работает. Так, здесь 56. Убьешь? Отлично. Это нужны боеприпасы. Отлично. Отлично. Так, здесь у нас боеготовность, да? Боеготовность. Поэтому срываем боеготовность. И наступаем. Здесь просто ад! Да, просто ад, не говори. 40. Пытаемся. Не вошло. Корректирую огонь. 43. Вот отсюда. Двигаюсь к точке. Отсюда должно быть побольше. А мы вообще его не. Угол мешает, да? Окей. Тогда мы идем. Я пошел. Вот сюда. Хорошо. Че, парень, тебя флангуют уже? Грустно тебе? Грустно, скотина? Так, мы можем сюда подбежать и выстрелить ему в лицо. Но он с таким же успехом нам и в обратку может пальнуть. Что не очень круто. Поэтому мы идем, например... Вот сюда.
Нет, вот вас сюда. Понял. И будем его дожидаться где-нибудь вот здесь, если он решит убежать. Держу сектор. Хорошо. Марти пытается его все-таки попасть. Два раза. 43. Один. Еще разок. А, мимо. А, ну, давай еще разок, да. Шикарно, 4. Хотел на боеготовность поставить, но думаю... 83. Медик еще может стрельнуть. 28. Маловато, конечно, но... Ну, давай, ты на боеготовности будешь стоять. Вот здесь что делать? Или пытаться захватить... Или пытаться захватить, или же валить как-то надо. Вот сюда бы в идеале встать, да? Из-за угла его пищ. Прям вот одной клеточки не дотягиваемся. И хочется, и колется. Ну ладно. Если он в нас не попадает... то мы захватываем. Если попадает, то убиваем. Слушаюсь. Погнали. Черт, повезло. Отлично. Пытаемся спасти. Пытаемся тебя спасти, друг. Поедешь с нами. Последний аргентинский мутон. Доктор. 10 критов. Опу ему. Хорошо. Задание выполнено. Отлично. 21 убили, потери нет на этот раз. 4 спасли, все шикарно. Одного мутона спасли. Живьем. Всех убили, одного мутона спасли. Все великолепно. И Аргентина у нас выходит из совета. Придется ехать к ним в гости. Так, Матахари, 7 дней. Да, ей броню пробили. Дмитрий Немо, капитан, получает мастера-старшину. С чем я его категорически поздравляю. Такой крутой чувак с такой крутой ракетницей. Ракетчики прям крутые, да, ребята. Так, объединенные боеголовки. Взрывчатка, используемая этим оперативником, наносит максимальный урон во всей зоне поражения. То есть по всей площади один дамаг идет. А не так, как сейчас в центре максимальный, а по краям маленький, да? Класс. Ракеты-дротик. Способность значительно увеличивает дальность полета ракет и позволяет попадать по целям за пределами видимости. Вот это тоже вообще великолепно. Увеличивает радиус поражения ракет. Гранатометов, установщиков неконтактных мин, а также огня на подавление. Либо ракеты-дротик, либо объединенные боеголовки. Ну, ракеты это вот... Дротик это вообще шикарно. Он так далеко начинает их швырять, эти ракеты. Просто любо-дорого посмотреть. Прям из-за спин. Не приходится его на передовую выводить. То есть он 3 ракеты своих, вот которые таскает, он прям их отстрелять прям из-за спин товарища может. Но вот это тоже неплохо. Максимальный урон во всей зоне поражения. Ну давайте возьмем дальность стрельбы. В принципе, ракеты у нас и сейчас вкладывают неплохо, да? Плазмер мы взяли. Любезно спасенный наш мутон. Где он? Вот он. Мы его спасли, а он с нами поделился плазмером. Ну как-то вот так, да? 12 наносплава, 31 сплав пришельцев. Кстати. До связи, да. Командир. Новый проект. Мы можем делать тяжелые боевые экзоскелеты и антигравитационные системы. Это броня Архангел, дамы и господа. Это броня Архангел. Исследование источника питания пришельцев позволит нам использовать их в броне, которая позволит нашим оперативникам взлетать. Летные технологии действуют бонус скорости исследования, снижающий время исследования на 25%. Нет, я хочу тяжелые боевые экзоскелеты. Изучаем. Хорошо. У нас 16 сплавов еще есть. На них мы заказать ничего не можем. Объект 115. Но 3 дня
наш шаурма ястреб наш еще 3 дня будет чиниться, поэтому они безнаказанно летают. Все, ребята, итак, серия затянулась. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся. Всем пока.